Лучше не моргать, ведь в два жестких рубаки в октагоне. Майкл Чендлер и Джастин Гейдж уже готовы к разборке в рамках легкого веса UFC. Погнали. Сразу начали бойцы активно рубиться. Лоу закидывал Гейджи, а Чендлер старался закидывать с правой. Разменивались бойцы сразу без разведки. Пытался Джастин зажать у сетки Майкла, но тот начал стрельбу и отогнал хайлайта. Раз за разом втыкают смачные панчи друг другу в голову бойцы, и если в таком темпе пойдет поединок, вряд ли мы увидим много раундов здесь. Пошла жара в клетке, оба стали попадать очень жестко, зашатала Гейджи. Полетел добивать Майкл, но у сетки Гейджи сам смог выбросить несколько лютых плюх, и уже Майкл зашатался. Что за рубка у нас тут? Просто нереально, не жалеют абсолютно друг друга мужчины. И столько урона уже зашло и по тому, и по другому, что даже не верится, что мы продолжаем смотреть этот поединок. Что за раунд? Ух, ждем второй. Но как они стоят на ногах до сих пор? Просто нереально. Второй отрезок начинают бойцы не менее жестко, рубятся в стойке, забыв про заднюю. Но теперь чуть более умно действуют оба, не размениваясь на опущенных руках. И в одном из эпизодов, как нож в масло, зашел апперкот в челюсть Майкла и упал тот на настил. Однако смог не отключиться и завязать в борьбе Гейджи. Пережил Майкл этот ужас и снова бой вернулся в стойку, где прет вперед железный Майкл. Ищет он тейкдаун, но Джастин каждый раз защищается и сам постоянно накидывает очень плотные удары по голове Чендлера. Кончился раунд в обоюдном размене. Финальная пятиминутка стартовала с разменов. Гейджи попадает чаще и плотнее, но динамит в руках Майкла все еще есть. Постоянно давят железные, оба попадали, и Чендлер полетел в ноги, схватил Гейджи и оформил отличный слэм. Однако сконтрил в итоге Джастин и оказался в топ-позиции. А дальше снова в стойку быстро вернулись бойцы, где Чендлер начал давить и очень опасно атаковать. Но заигрался и пропустил жесткий удар. Зашатало Майкла, но живет он и идет вперед как зомби, съедая удар за ударом. Чендлер красавец, безусловно, но очень много лишнего урона он сегодня собрал, и по итогу финальную сирену встретили бойцы на ногах. Отличная заруба, как следует закусились бойцы сегодня, и нас ждет решение судей. Ну а судьи единогласно присудили победу Джастину Гейджи. Шикарный бой, джентльмены, браво, респект. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании.